Кота зовут Степа. Мы живем в саду 6 месяцев. И он везде бегает, там, мало ли что может произойти. Может и... Ну, гуляет он везде. Но живет в саду, никуда не убегает. Ходит только к соседям. Инфицированное животное может укусить своего хозяина, передав вирус бешенства. И если человек не знает об этом и вовремя не обратится в антирабический кабинет, то это летальный исход в течение от недели до 3. Летом худеет. Барсук, барсик. Все? Номер 67. Все, Барсик. Девочка. Ага. Там подойдите паспорт, он поставит печать. Хорошо. Ах, она шерсть вороная смотрится. Девичь.